Людмила Васильевна Зайцева родилась на хуторе Восточной Краснодарского края в 1946 году. Мать воспитывала ее без отца. После 8 класса Людмила перешла в вечернюю школу и пошла работать. Сначала работала на стройке разнорабочей, потом штукатуром на комсомольской стройке в Таганроге. 3 года подряд пыталась поступить в школу-студию МХАТ, но безуспешно. В 65 году устроилась работать в Рязанский театр юного зрителя, где играла в детских спектаклях роли разных зверюшек. В 66 году поступила в Щукинское училище в Москве и в 70-м успешно окончила его. Дебютом в кино в 68 году стала роль в фильме Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной», которая любила. Да, не вышла замуж. Фильм сначала не вышел на экраны и был положен на полку до 87 года. Затем было еще 4 фильма с небольшими ролями. Пока, наконец, в 72 году актриса не снялась в фильме Виталия Мельникова «Здравствуй и прощай». Этот фильм принес актрисе всесоюзную известность. Он с аншлагом прошел по кинотеатрам всего Советского Союза. После этого успеха актриса стала регулярно получать предложения сниматься. С 76 года она зачислена в штат театра киноактера. В студенческие годы влюбилась в актера Сергея Милованова, но отношения не продолжились долго, так как Милованов сильно пил. Первым и единственным мужем стал актер и сценарист Геннадий Воронин, с которым она познакомилась в 80-м году на Алтае во время съемок фильма «Праздники детства». В 82-м году у них родилась дочь Василиса Воронина, которая стала актрисой, закончив в ГИК. В 2011-м она подарила родителям внука Серафима, выйдя замуж за однокурсника Александра Носкова. Муж Людмилы Зайцевой не был востребован в профессии. Геннадий Воронин снялся в 4 фильмах и снял как режиссер тоже 4 фильма. Со временем он стал часто болеть, в 90-х годах даже работал таксистом, перенес инфаркт и затем инсульт, и в 2011-м ушел из жизни. Людмила Зайцева все эти годы получала роли в кино, так и в 2018-м вышел сериал «Хор» с ее участием. В творческом багаже Людмилы Васильевны Зайцевой 78 работ в кино.